В Гродненской области введен запрет выхода на лед. Это обусловлено аномально высокими температурами в последние недели декабря и первые дни января. Большинство водоемов практически полностью освободились от ледяного покрова. Минувшей ночью лед вновь стал намерзать, однако его качество и толщина на данный момент не позволяют снять запрет. Работники спасательной станции рекомендуют воздержаться от выхода на лед до появления на нем безопасного ледяного покрытия. Толщина льда составляет от 5 до 7 сантиметров. Лед непрочный, замерз слоями. В некоторых местах есть промоины, от берегов он подходил. Поэтому на данный момент мы запретили выход на лед. Нужно подождать еще несколько дней, чтобы постоял морозик. Каждый день мы проводим замеры. И как только будем видеть, что лед набрал свою крепость, и толщина льда будет составлять более 7 сантиметров, тогда мы уже поснимаем таблички и разрешим выход на лед. Поэтому нужно обождать пару дней, пока будут морозы.